Добрый день, друзья. Магнит Косметик. Показываем скидки на парфюмы. Вот видите, вот здесь вот наверху указано от цены, какая скидка. Так, это бюджетный у нас аромат. Здесь стоят. Ну, а желтый, это все знают, что уже со скидкой. Сегодня в магазине акции на Стеллари, на косметику. 40% скидка. Мы зашли посмотреть и заодно показать вам, какие скидки на парфюмы. Эти 40% есть. Я постараюсь побыстрее, потому что у меня на телефоне заряд. Почему-то сразу на улице минус, и он уменьшается моментально, если я телефон не суну через улицу. Так. Очень медленно, я не могу. Боюсь, что он у меня просто вырубится. Некоторые мне пишут, что я слишком быстро. Но вы останавливаете видео и смотрите, что вас заинтересует. Смотрите. Тут вот отсвечивает. Извините, пожалуйста. Тут отсвечивает. Я не виновата. Вот это верхняя полочка была у нас. Дальше. Лакост без скидки. Здесь без скидки. Вот здесь вот со скидкой, видите? Это без скидки. Двадцать процентов скидка. Хьюго 20%, 30% вот есть. Это без скидки. Опускаемся ниже полочкой. Шакира Рок. О, появилась Шакира с золотой крышечкой. Кстати, сейчас мы ее искали, когда будет скидка. У нас нет ее. Посмотрим. Держу точение. Анфисин любимый без скидки. Озон со скидкой. Так, смотрим дальше. Есть и 35%. Опускаемся ниже. Я побыстрее пойду. Кельвин Кляйн. Тоже 30% скидка. А Анфисиного любимого нет. А я вот этот вот. А мне вот этот нравится. Прям обожаю его.
золотой. Так, дальше поехали. На банане. %30 цены нет. На банане есть у них. Так, дальше моноароматы. Моноароматы 30% скидка. Ручки. Марина де Бурбон. Розовая. Что-то я желтую давно не видела. Так, дальше. Стеллари, вот видите, со скидкой. И здесь 35% скидка. Нижняя полочка. Не очень удобно тут внизу мне. 45%. Нет, ну недорого получается, смотри. Угу. А посмотри. Золотой почули, да? И еще минус 30%. И сколько там миллилитров? 30. И этот. Злато скифов тоже. И еще минус 30% вот от этой. А красная Москва так вообще. Так, ну все. Это блестки. Блестки как сверкают, смотри. Ну да, я видела. Ага. Нет, сверкают прямо у меня на этом, на видео. Ага. Так, и... И вот это вот я вам еще сейчас покажу. Тридцаточки. Я все показываю. Я просто боюсь, у меня закончится. Из-за того, что я через улицу шла, у меня на этом телефоне сейчас на 50% сразу бац, и все упало. А вот Анфиса. Привет. Так, ну все, друзья. Немножко вам показали. Вот такие пока сейчас скидочки. Друзья, мы пришли из Магнит Косметик и решили вам показать, что мы там купили сегодня по скидкам. А вот такого оленя, посмотрите, я там купила вчера. Какая прелесть, посмотрите, какой он в кофточке. Как наш пусик гуляет на улице. Весь блестит и переливается. Я не могла пройти мимо. Это у нас Магнит Косметик такие продают. Так, ну давай посмотрим. Покажем людям, что мы купили. Вот смотрите, такая свечка. 26,99. Да, по скидке. Магнолия ароматная.
И что бы не классная взять, да? Классная свеча вообще, дай пойду. Как-то меня засвечивает. Классная свеча вообще. Такая, значит. Вспышка включилась, вот классная. Она у меня автоматически включается. Да. Значит, такая свечечка. Дальше. Дальше скидка была хорошая, Beauty Balm. Такая вот палетка для лица 199 рублей. Здесь скульптор и 3 хайлайтера. Да, я открою, покажу. Давай, я показала. Написано, значит, наколдуй себе скулы почти как у Малефисенты. Универсальный скульптор подчеркнет рельеф лица, а 3 хайлайтера создадут волшебное сияние. Надо открыть и показать. Это была серия у них? Да, вот такая это. Такая магическая. Сейчас. Я все на тени еще там смотрю. Вот он. Они 196 рублей. 196 рублей получился, да? Нет. Это что у нас за 196? 198,99. Вот 199. А, пудра. 189. Вот, давай я. Ну, короче, вот такая скидка. Вот такой скульптор. А вот это как шиммером, как будто, да? Ну, это хайлайтер. Угу. Так. Это, наверное, как бронзер больше идет. Такой. Вот, да, это больше на лето. Это вот с розовиночкой. Хайлайтер тут. Видите, как сияет. Угу. И такой. Вот еще. Желтым. Вот. Такая палетка. У меня уже 10-я палетка хайлайтеров. Скульптор быстро заканчивается очень. Ну, то есть скидка была хорошая. Да, в два раза. Дальше. И это вообще в три раза скидка. А, это наша любимая. Он только стоит в районе где-то, ну, 600. 590 там, я не знаю, вот я брала, я помню. А это так повезло вообще. Угу. И в три это раза дешевле. Фокус. Ага, вот так вот. Да. Это... 219? 215? Так, смотрю. Это тональный 215. Крем-флюид жидкий. Жидкий, ну, я такой. Третий пузырек уже беру. Ну вот за 219,99 я еще ни разу не брала, вот честно. Это прям вообще так повезло. Это, считай, повезло. Да, и по срокам тут еще до 23-го года. Ой. Вы здорова. Мы еще никак не выздоровели, кстати. А, еще пудру взяла. А, еще пудра. Ну, такая обычная пудра. И то, просто а по светлый оттенок я никакой не нашла. Раньше все время такую брала. Она подорожала. Раньше вообще стоила 119. Дешево, но она была с желтинкой. Или 119, 117. Да, с желтинкой тон был. А это я смотрю, они переделали. И такой уже более светлый, который мне подходит. Угу. И стоит это Лавель. Там зеркальце. Да, стоит она 189,99. Ну, почти 200 рублей, но для пудры очень бюджетно, очень бюджетно. Ну вот такие у нас были покупочки сегодня. Всем пока-пока, с наступающим праздником. Привет из Самары.